В Венесуэле не утихают антиправительственные протесты. Их участники обвиняют власти в неспособности справиться с преступностью и покончить с инфляцией и дефицитом продовольствия. На улицах столицы страны Каракаса и ряда других городов выступления протестующих переросли в стычки с полицией. Число погибших в ходе столкновений с середины февраля достигло уже 28 человек. В пятницу в Валенсии прошли похороны трех убитых накануне демонстрантов. Президент страны Николас Мадуро утверждает, что за организацией беспорядков стоит Вашингтон, который стремится организовать в стране переворот. Мадуро также заявил об аресте шести человек.